Да, смотри, не будет больше никого цеплять. Стихами стихают голоса, таланты превращая в камень. Не потревожит память вдохновляющим пейзажем, а вдохновение и вовсе закопают заживо. Что же за лажа, бля, ведь даже для недавно павшего искусства нашего все клипы тупизной изгажены. Избито скажешь, но пускай, может, оно и к лучшему. В такое время все решается по воле случая. В такое время времена не выбирают вовсе. Живут и умирают, а их забывают после. Возле тысячи бездарных несколько феноменов станут стандартами потом, если не свалят вовремя. А что вокруг? Гламур, мода, технологии. Чем больше город, тем страшнее его пороки. А мы-то что? Только пишем и ломаем строки, высчитывая, сколько фишек получилось в слоге. Мы влюбляемся под пьяными звездами баров, 5 дней на парах, выходные пропиваем даром. Ноем и смеемся, вульгарим клоунов. Те, что за глаза друг друга в рот ебут на местных форумах. Тех, что обсирают русский рэп, как хочет, знает наизусть бутенка, хули не поняв ни строчки. Ну каждому свое кино, дело вкуса. А застебать любого можно, даже самого Иисуса. Цвета становятся живыми на палитре после литра. Сегодня нарисуем, завтра вытрем, выведем. Художник Дмитрий осторожно будет рисовать картины милых созданий, чтобы на 100 грамм хватило. Потом орать и плакать, посылать все нахуй, гневно обвинять каждого встречного в своих проблемах, искать изъяны в женщинах, кричать искусство свято. И прямо заявлять, пока не рухнет спать пьяный. Наутро чай, цитрамона, пару банок пива. Вечером отмечая дома день, прошедший мимо. И градусами дразнит, сочиняя себе праздник. За деньги, за родителей, за счастье и так далее. Опять скандалили, опять били посуду в прихожей. Опять кому-то должен объяснять проблему истин. Опять кого-то пиздил, снова много говорил. Он наутро взял кисти и пошел писать картину. Вот оно творчество, вот они светлые головы. Искусство продано за пару стопок и полкорова. Гении в тесных комнатах, ребят от голода. Гандоны вы, как можете не видеть этого? Верните гением свободы, не калечьте судьбы. Дело не в алкоголе, даже не в битой посуде. Только обычные гениям точно не судьи. Пусть они нас удивляют, ну а мы просто обсудим. Эй, ребята, все будет пиздато. Искусство свято. Да, искусство свято. Эй, ребята, все будет пиздато. Искусство свято. Да, искусство свято. Эй, ребята, все будет пиздато. Искусство свято. Да, искусство свято. Эй, ребята, все будет пиздато. Искусство свято. Да, искусство свято. Эй, ребята, все будет пиздато. Искусство свято. Да, искусство свято. Эй, ребята, все будет пиздато. Искусство свято. Да, искусство свято.